Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале ZF, у микрофона, как всегда, Александр. И сегодня у нас в выпуске будет разбор GTA 5, да, бесплатный GTA 5, который раздается в Epic Game Store. У нас сегодня на повестке дня очень большое количество тем, которые мы с вами обсудим, но они, конечно, не прям очень будут большие, да, то есть мы постараемся выяснить, почему все-таки Epic Game Store раздали GTA 5, плюс еще с неплохим бонусом. Я надеюсь, что все успели, потому что раздача была до 21 числа, поэтому сейчас уже, когда выходит этот видеоролик, раздача уже прекращена, поэтому надеюсь, что все забрали, у кого игры не было, если кто не успел забрать, но тут может не отчаиваться, потому что на Платиру всегда можно купить данную игру с очень хорошей скидкой. Итак, мы сегодня разберем, зачем ее раздали, да, Rockstar совместно с Epic Game Store, потому что было все указывало, точнее, указывало все на то, что с ними, между ними есть какая-то взаимосвязь, и они вместе сотрудничали и, собственно, раздали эту игру. То есть Rockstar в этом также была замешана. То есть это не только инициатива Epic Game Store, Rockstar тоже принимала свое участие. Также мы разберем некоторые ошибки, с которыми вы можете столкнуться, и несколько советов, например, если у кого-то есть уже, да, GTA 5, там, или она была, и вы хотите начать, возможно, новую карьеру, потому что раздавалась GTA 5 не совсем обычная версия, а с набором преступной организации, в которой входило 1 миллион долларов на счету и около, на 15 миллионов всякого-всякого, то есть и автомобили, и гаражи, и офис, и еще бункер, ну вот я уже точно не помню, я просто как-то раньше приобретал такую версию GTA, помню, что там очень много всего давали, примерно на 15-20 миллионов вот этих всяких предметов внутриигровых, поэтому на самом деле раздача была очень шикарной. Перед тем, как мы перейдем к самому видеоролику, хотел бы вас попросить подписаться на канал моего друга Sawyer канал. Я ссылку на этот канал оставлю в описании. Если вдруг вы играете в большое количество различных игр и вы сталкиваетесь с проблемами, как повысить FPS, как оптимизировать, как вообще может быть оптимизировать ПК, чтобы он выдавал максимальное количество FPS в той или иной игре, то на этом канале вы найдете все нужные гайды. Поэтому обязательно переходим, подписываемся, смотрим и повышаем FPS в различных играх и оптимизируем наш ПК к супер мощному FPS и супер мощной производительности в любой игре. Обязательно подписываемся, друзья. А мы переходим дальше. Давайте разберем вообще, почему сделали раздачу Epic Game Store. То, что у Epic Game Store очень много денег, ни для кого не секрет. Она большие деньги зарабатывает как с продажи своего движка, так и с продаж различных внутриигровых покупок в такой, наверное, самой популярной игре про королевскую битву, это Fortnite. Да, она зарабатывает очень большие деньги, и купить несколько там миллионов копий GTA 5 для нее не проблема, но мне кажется, что здесь дело не только в том, что Epic Game Store очень много денег. Здесь еще дело в том, что Rockstar сами заинтересованы в том, чтобы эту игру раздали. Почему? Возможно, они заключили контракт, это очевидно, да, то, что Epic Game Store заключили с Rockstar контракт. Но почему устроили раздачу, да, там не скидку, а именно раздачу? Потому что Rockstar требуются новые пользователи. А потому что Red Dead Redemption 2 продается не так успешно, как GTA 5. И исходя из этого, им нужны новые пользователи, которые смогут донатить в игры. Потому что, если кто не в курсе, то основная прибыль, да, это не с продаж игр GTA 5, а как раз таки с донатов, которые, к слову, очень дорогие в этой игре. Вот реально, то есть 8 миллионов, чтобы купить игровую валюту в этой игре, вам потребуется потратить примерно 3000 рублей. Хотя эти 8 миллионов вы можете спокойно заработать. Да? Поэтому, думаю, очевидно, что Rockstar решили таким образом привлечь новых игроков, новых донатеров, да, а Epic Game Store привлечь новых потенциальных покупателей, которые будут покупать у них игры, потому что сразу же после раздачи GTA 5 они ввели новые скидки, и очень хорошие скидки. Кстати, всем рекомендую посмотреть видеоролик, я оставлю в описании ссылку на видеоролик по распродаже, которая продлится до 11 июня. Поэтому обязательно переходим, покупаем со скидками.
Очень-очень много годных проектов, которые можно купить за копейки, друзья. Плюс еще купон на 650 рублей. Это что касательно, почему раздали GTA 5. То есть тут все просто. Epic Games пропиарились, Rockstar Games получили новых донатеров, которые, возможно, будут покупать игровую валюту. Потому что сейчас контента в игре просто много. Вот реально, даже вот, наверное, много сказать, это ничего не сказать. Да безумие много контента. И поэтому, чтобы это все купить, явно 1 миллиона недостаточно будет. Поэтому игрокам придется покупать вот эти карты. Black Shark вроде бы, или, да, по-моему, Black Shark называется. Там различные есть карты различным номиналом. Поэтому, думаю, это принесет хорошую прибыль и одной компании, и другой. Двигаемся дальше. Какие ошибки или вообще какие рекомендации, если кто, например, имеет уже GTA 5, например, в Steam или в официальном лаунчере? Что вам делать, да, если вы, например, уже много-много времени потратили на прокачку своего персонажа, вы думаете, блин, я хочу начать все заново, да? Все очень просто. Чтобы случайно не подцепить вашу учетную запись, то вам нужно создать будет новую учетную запись Rockstar Launcher. Поэтому перед тем, как вы будете скачивать и запускать игру, да, GTA 5 с Epic Game Store, советую выйти из Rockstar Launcher, чтобы не привязать учетную запись. Потому что если вы привяжете, то к вам потянется ваш старый прогресс. Да, если что, прогресс подтягивается, поэтому будьте аккуратны. Я, к примеру, оставил свой старый аккаунт, который я покупал, не знаю, наверное, игру я покупал в 2017 году, играл тогда очень много, наиграл много часов на самом деле, и в принципе не хотел терять этот аккаунт, поэтому я попросту подключился к старому своему аккаунту и в принципе играю уже на нем, на котором много денег, много все куплено, в общем, все очень просто. Хотите новый, не забудьте выйти. Перед заходом просто создадите новую учетную запись, вообще желательно сразу создать новую учетную запись и подключить, получается, Epic Game Store, привязать к новой учетной записи Social Club. Это что касается для тех, кто хочет начать заново играть. Также вы можете столкнуться с проблемами, да, то, что может сразу не активироваться игра, еще что-то, может различные ошибки выдать, может вас перенаправлять и говорить, что у вас неправильная лицензия. Все очень просто, волноваться не нужно. Перезапускаете Epic Game Store, перезапускаете Rockstar Launcher, если у вас он запущен, да, и запускаетесь с ярлыка. Все очень просто. То есть привязка на самом деле проходит без проблем, хотя я видел, что очень много сейчас начали штамповать видеороликов на YouTube, что там вот надо что-то там сверхъестественно сделать, там как пройти капчу, все проходится очень просто, поэтому главное не волноваться, не спешите, все правильно сделать. И если у вас вдруг, как я уже сказал чуть ранее, что если у вас есть уже, да, игра, и вы хотите начать новый аккаунт, то просто не забудьте создать новый аккаунт Rockstar Launcher, чтобы привязать, потому что сохранение подтягивается. Поэтому все довольно-таки просто, друзья. Теперь, что касаемо настроек, точнее не настроек, а того, например, если вы устанавливаете какие-то моды, да, например, как у меня сейчас, если вы заметили, то у меня стоит мод на графику. Этот мод, конечно, он платный, да, пока что, то есть бесплатного мода пока что нету. А для тех, кто хочет устанавливать различные модификации, то могут столкнуться с такими трудностями, что ваши модификации могут попросту не работать. Сразу предупреждаю, что многие тренеры не работают, да, для тех, кто хочет поставить много аддонов, много различных там различных модификаций, то не все модификации в данный момент работают с версией именно Epic Games Launcher, потому что версия немножечко другая. То есть сейчас стандартная версия, по-моему, 1.0.18.68.0, а в Epic Games Store на конце четверка, то есть 18.68.4. Соответственно, версия немного другая, ничем она существенно не отличается, только просто версия отличается, но при этом уже многие скрипты, многие тренеры не работают, поэтому работает только натив тренер, и если кому нужен будет скрипт-хук, да, для того, чтобы все эти модификации работали, у меня сейчас стоит Remastered Natural Vision Remastered Evolved, вроде как-то так называется. Эта модификация, она очень шикарная, реально детализация высокая, то есть
На самом деле картинка в игре ощущается как в 4К, но при этом я играю на Full HD, конечно, поджирает немного FPS, но зато выглядит просто сногсшибательно. Крутые спецэффекты. Я, конечно, в конце видеоролика еще продемонстрирую вам пару, так сказать, заездов по ночному городу, когда дождь будет идти, гроза, и вы посмотрите, насколько это очень крутая модификация. Она, правда, платная, стоит примерно 10 баксов, но обзор на нее будет чуть позже, да, в следующем видеоролике. Итак, поэтому если вдруг кто-то балуется с модификациями, то я для вас оставлю ссылку на скрипт-хук, который работает, потому что все те скрипт-хуки, которые есть на различных моддинговых сайтах, они не работают с версией Epic Game Store. Поэтому если вдруг вы столкнулись с такой проблемой, то я обязательно это все оставлю. И еще что, Native Trainer, он работает, только нативный тренер работает. Simple Trainer не работает. Не забываем, друзья, потому что у вас попросту будет игра зависать, когда вы заходите в сюжетный режим. Это для тех, кто, еще раз повторяю, кто будет юзать различные модификации, хочет модифицировать, да, игру. То есть, если вы, например, не играете в GTA Online, а вы хотите просто на GTA 5 поставить различных модов и записать какие-нибудь красивые видеоролики и всему тому подобное. Поэтому не забываем, скачиваем скрипт-хук у меня, потому что на всех сайтах он устаревший, он не работает с версией Epic Game Store. Это что касательно различных модификаций и проблем, с которыми вы можете столкнуться. В принципе, проблем никаких нет. Версия вообще ничем не отличается от версии от Steam, с Rockstar Launcher, то есть стандартная GTA 5. А если вдруг кому будет интересно, как оптимизировать, поднять FPS, обязательно оставляйте в комментарии. Если кому будет интересно, как установить различные моды, тоже пишите в комментарии. Я обязательно выпущу все инструкции, все видеоролики, которые вам помогут. Плюс еще мы будем с вами смотреть различные крутые модификации, которые можно установить на GTA 5, потому что на самом деле я очень давно этим не занимался и увидел, что сейчас скопилось большое количество крутых и реально офигенных модов, которые можно поставить на GTA 5. Поэтому обязательно не забывайте подписываться, чтобы не пропустить эти видеоролики. Кстати, напишите в комментарии вообще, вы играете в GTA Online или же ставите модификации и просто наслаждаетесь GTA 5 в сюжетном режиме. Обязательно пишите об этом в комментарии. О чем еще хотелось поговорить? В принципе, наверное, уже мы обо всем поговорили. Мы выяснили, почему игру раздали. Кстати, игру реально бонус в GTA Online очень шикарный. Поэтому, если кто хотел начать играть, то у вас очень хорошая возможность это начать достаточно легко. Потому что и много денег, и много различных предметов, и машин, и офис, и гаражи. То есть набор достаточно очень хороший. Поэтому обязательно устанавливаем и играем. С некоторыми ошибками, которыми вы можете столкнуться, например, те, кто юзает моды, также, да, мы уже поговорили, то есть не забываем скачивать скрипт-хук правильный, потому что скрипт-хук, который будет находиться на различных сайтах, да, моддинговых, он для версии из Steam или Rockstar Launcher, поэтому работать с вашей версией GTA из Epic Game Store он не будет, не забывайте об этом. Но если вдруг у кого какие-то будут конкретные ошибки, которых я, наверное, не назвал, потому что ошибок на самом деле в игре очень много происходит из-за модификаций различных, поэтому не стесняйтесь, пишите в комментарии, и я со всем вам помогу, потому что я решал и устранял очень много различных ошибок, потому что сам люблю ставить различные модификации и наслаждаться просто, так сказать, покатушками по Лос-Сантосу, солнечному Лос-Сантосу. Поэтому обязательно пишите в комментарии, если вдруг у вас какие-то проблемки с игрой. Надеюсь, вам видеоролик понравился. Он был по большей части информативный. И обзор на вот этот модик я обязательно замучу, но уже будет в таком формате чуть другом, то есть я буду поменьше говорить, просто покажу вам различные покатушки. И, как обещал, сейчас мы с вами посмотрим этот мод в различных сценах, да, то есть мы покатались по, так сказать, солнечному Лос-Сантосу, покатались по вечернему солнечному Лос-Сантосу, и сейчас вам покажу, как этот мод выглядит в дождь, потому что в дождь игра выглядит также просто шикарно. Поэтому давайте переходим. Так, у нас сейчас ночь, идет дождь, как видите, свет здесь, кстати, проработан очень круто. И что самое интересное, друзья, что здесь используется что-то подобие трассировки лучей. Посмотрите, насколько шикарно здесь отображается лужа. Конечно, при детальном обзоре этой модификации графической мы, конечно, на это обратим внимание и это детально рассмотрим. Но просто посмотрите, насколько шикарное отражение.
посмотрите. Это просто шикарно. На самом деле отражение очень многое привносит в игру, и играть просто кайф. Вот реально кайф играть такую игру. Вообще, то есть, казалось бы, ничего такого существенно здесь не сделано. То есть, работа со светом, да, работа с отражением, но игра воспринимается вообще совершенно по-другому. Я, кстати, этот видеоролик смонтирую в 4К, ну, точнее, смонтировал, поэтому не забывайте включать 4К, чтобы смотреть максимально приближенно с той картинкой, которая выдается у меня. Теперь давайте включим солнечную погоду, посмотрим, как солнечную погоду выглядеть будут вот эти лужи и отражения, друзья. Так, у нас солнечная погода, 12 часов дня, посмотрите. Просто присмотритесь на эти отражения, они шикарные. Кстати, я заметил, что многие люди, да, которые записывают видеоролики, они чуть хитрят и делают солнечную погоду и лужи, чтобы придать красивости, да, моду, там, какой-то модификации. Но здесь это самое лучшее отражение в GTA 5 за всю историю различных графических модификаций. Поэтому обязательно давайте наберем побольше указов, чтобы обзор на вот эту, а подробный обзор на вот эту модификацию вышел как можно скорее. Поэтому давайте вот все дружненько поставим указики, и я обязательно как можно скорее запущу, точнее сделаю, смонтирую видеоролик по обзору этой модификации, потому что на самом деле здесь очень много переработано. То есть мод реально весит очень много, ну сама установка весит не так много, но текстур и различных вот этих вот графических эффектов, отражение, очень шикарная работа проделана. Посмотрите, просто реальное отражение, вот реальное. То есть лужи, не лужи, то есть вообще, даже, по-моему, люди отражаются, да, которые NPC, так, не на ту нажимал кнопку. То есть отражение именно вот как трассировка лучей в реальном времени. Поэтому, друзья, не забывайте подписываться на канал, чтобы выходило намного больше качественных, интересных видеороликов, и чтобы не пропустить никакие видеоролики. Не забываем, что у нас на канале уже имеется большое количество различных видеороликов, в основном посвящены они Red Dead Redemption 2, но теперь, да, вот сейчас я уже все больше стараюсь по другим играм выпускать различные видеоролики. И чтобы все это отличное дело не пропустить, чтобы вы всегда смогли первыми это все увидеть, обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик. Не забывайте прожимать лукасик этого видеоролика, чтобы скорее вышла, хотел сказать, версия, чтобы скорее вышел видеоролик, посвященный обзору, да, детальному обзору вот этой вот модификации. Я скажу, как ее установить, как начать играть с такой графикой, да. Конечно, сразу предупреждаю, что вы сможете с ней поиграть только в GTA 5 сюжет. То есть онлайн с ней, к сожалению, вас не пустит игра. Она вам скажет, что у вас установлена модификация, ну или просто она у вас не запустится. Поэтому только в сюжетке. Но при этом вы сможете реально кайфануть. Не забываем ставить лукасики. Чем больше лукасиков, чем быстрее выйдет этот видеоролик. Всем спасибо за просмотр. И всем до встречи в новых видеороликах. Всем пока.